Друзья, всем привет! Я здороваюсь, просто поздоровайся. Всем привет! Так, мы сейчас едем в Костко на Лизухиной машине. Точно, друг за другом. Видите, сколько? Да, они вот стоят, спокойно. И мы поедем сейчас в Костко, потом нам надо в Walmart. У нас тут письмецо пришло в дверь, что у нас не будет воды с 24 марта с 9 часов до 2 часов дня. Пришло и такое письмо в дверь у каждого абсолютно, с нашего района причем, этот наш район. И еще и смс-ки на телефон пришли. Мы поедем на вот этой маленькой машинешке. Тебе нравится, Катя? Да. Сейчас поедем на ней, выбросим мусор заодно. А, хорошо. Сейчас я закрою гараж, подождите, у нас... А где у нас ключи вообще опять от гаража? Где ключи, Вов? В общем, мы сдали какую-то машину, и ключи от гаража у нас остались прямо в машине. Что очень неудобно. Теперь нужно, чтобы в гараж попасть, нужно зайти сначала домой, открыть дом, открыть гараж, и только так. Потом обратно сесть в машину и уже заехать. Закрываю и едем. У нас котейка остался сегодня дома один. Все в школе. И кот один дома. Где мои ключи? Смотри, сколько мало. Хай. Хай. Котёк, заходи. Заходи, заходи. Привет. Да привет, привет. Я вот сейчас смотрю, багажничек маленький, говорю, Вов, у нас, говорю, наверное, не влезет сюда ни Костка, ничего. А багажник-то вообще-то большой. А зачем ты убираешь, Вов? Так много места. Нет. Я уже делал обзор на машину. Ну, я показывал, здорово. Что она делается вот так вот. Когда вам не хватает места, то вы можете вот так вот взять. А было как? А? А было как? А, было уровнем выше. Вот, вот так. А было как? Было сейчас, вот так. А, вот так. А что показывал-то, я не поняла. Вот теперь вот так, а вот теперь вот я показывал. А, да. Вау. Какой ты умный, Вовка. А я бы никогда не догадалась. Вот если бы я купила машину, и только я бы в ней лазила, я бы вообще вот эту функцию никогда бы ты не нашла. Ты до сих пор в своей машине 90% функций не знаешь, что это там. Это правда. Ты сейчас мусор будешь выносить? Я? Да. Я же мусор выношу, да. Все, мы едем в Костко. В Костко мы хотим закупиться фруктами и овощами. У нас что-то вообще все закончилось. Даже картошка, лук, и вообще просто все. Посмотреть. А игрушки, ну, под вопросом, там игрушки продаются как-то редко, да? Папа. У нас папа что-то плохо себя чувствует. Поэтому сегодня не будет шуток его дурацких. Ура, ура. Твои будут. Будут мои. Острые, умные, остроумные, замечательные шутки. Да. Подготовьте свою психику к этим шуткам. Они будут... Сейчас раз все отключились. Очень тонкие. Да. Тонкий юмор сегодня будет. Что тебе дать? Ребят, вы посмотрите, кто за нами едет. Не кто, а что. Какой он огромный. Я в заднее стекло вижу только номер. Мы просто на маленькой машине. Мне кажется, что если он сейчас близко приблизится, то он нас переедет и не заметит. Не заметит точно. У него колеса больше, чем сама машина. Вообще, насколько я знаю, это запрещено. Саму запрещено. Такими огромными. Ну, высота, высота. Нет разве? Хоть вообще в небеса. Неправда, нет такого. Почему? Кто запрещен? Кем это можно запретить? В правилах, мы когда с тобой правила здесь учили. Клиренс, да, прям да. Там клиренс не может быть запрещен. Нет? На самом деле эти машины сделаны ради одной самой главной цели. Ради понтов? Нет, он лодки достает. Ему надо заехать по пузо в воду, чтобы достать лодку оттуда. Они для этих целей лифтуют их так. Это сделано реально для этого. Потому что специально есть такие подъездные такие вот рельсы, во многих местах. Рельсы, да, я видел. Не рельсы, а именно такой спуск в воду, куда он прицепленную лодку на этом, на прицепе загоняет в воду, там лодку он скидывает в воду, потом обратно вытаскивает. Но для того, чтобы лодка, особенно когда большая лодка, чтобы она не села на мель, то есть вот это вот причал, он заезжает сам в воду на вот этом как бы траке.
и он погружается достаточно серьезно. Для того, чтобы ты не топил, чтобы тебе в салон вода не текла, они его лифтуют вот таким образом. Это только вот эти цели носят. Некоторые, конечно, делают это больше так по фану. Какой ты умный, Вовка. Да. Да, я такой. Я такой. Тебе уже об этом говорили. Да, куда он пропал-то? Мы его обогнали. Мы обогнали? В общем, друзья, едем с вами в Костко. А что хотела сказать? Скажу. Ты четвертый раз говоришь, что мы едем в Костко. Да, что-то хотела сказать, забыла. Как это убавляет? Убавлялка здесь где? Или вот так вкрутить. Мы тут с Вовкой едем и ржем. Дом обсуждаем. Ну, мы же когда-нибудь все-таки, наверное, купим свой дом. Уже даже примерно планы состроены, но как бы сейчас идет финансовый расчет. Так как, извините, машины больше покупать некуда. Мы понимаем, что на территории, да, они уже не помещаются, а надо больше. То, соответственно, мы сейчас просто обсуждаем. И есть два варианта у меня в голове. Один — это большой, нормальный такой дом, хороший. А второй вариант — это кто смотрел там «Мы, Миллер» или знакомство с факерами. А, вот когда вот этот дом на колесах такой, знаете, пятизвездочный отель, автобус. Да. Кстати, стоит он нормальных тоже денег. Таких. Как обычно, это сингл-хаус. Ну нет, подешевле, конечно, не полмиллиона долларов он стоит, но где-то. Но как бы жить и так, короче, все время по всей Америке. Культурно жить по всей Америке будем. Да. Приехал, растележился с балкона, он там выезжает, все. Столик поставил, из холодильничка достал пивас, все, и потом за пять раз, и поехал в следующий там штат. Закат следующий. Встретил в одном городе, да, рассвет да, в другом. Да. Знаете, еще 10 лет назад, когда мне один мой знакомый рассказал, что там одна пара такая вот за 50, у них дети выросли, они продали свою московскую квартиру там или там дом, в общем, купили огромную яхту, лодку такую полноценную, ну, которой можно там через океан и прочее. И поплыли по всему миру, швартуясь, в общем, там, то в Италии, то в Испании, то, в общем, повсюду. Мы подумали, вот дураки. Да, и он говорит, вы же не пришвартовались, там все есть, рестораны, магазины. То есть, ну, люди живут вот просто чисто по фану. Им то есть, можно то же самое на лодке. В удовольствие, да, то есть лодка. Ну, лодка, как бы, мне кажется, это совсем экстремально, тем на более. На яхте. Я как бы, ну, просто о лодке, я знаю, что она плавает, да. Ну, ты знаешь, нам опять сейчас так кажется. Сейчас опять, ты спрашиваешь, не плавает, а ходит. Ребят, мы не моряки, вот так прямо скажу, поэтому кто да там ладно, великие разница? Моряки, те, кто там ходит куда-то, вот как бы, пожалуйста. А мы, ребята, то есть, как бы, мы летаем и плаваем. Ты вот сейчас говоришь, что слишком экстремально. А автобус на колесах тоже был когда-то экстримом, нет, да? Нет, какой экстрим? Это в удовольствие. Да вы что? Я вообще... Ты через я, месяц скажешь... Я белый за... А, что говорю, через месяц? Мне недавно сказали, но я тоже хочу лодку себе. Не, лодка, подождите, лодка... Мы видим постоянно, как таскают они на своих пикапах. Я знаю, очень хорошо, мой один друг-американец сказал очень хорошую старую пословицу американскую. Я не буду это цитировать, потому что она с матом. Вот, ну, в общем, смысл примерно звучит так, кто из Америки, ребята, они поймут, о чем я говорю. То есть, если это летает, плавает или, в общем, там еще кое-что, то лучше это рентовать. Вот это надо перевести на английский и добавить еще одну фразу. И, в общем... Я к тому, что, на мой взгляд, надо просто лодку можно арендовать, плавать, там, ходить на этой лодке я не готов никуда. И вот здесь вот по кайфу там взял на один день и все. Вот. Если говорить об автобусе, я реально считаю, что это офигенная идея, когда у тебя полноценная спальня, кухня. Ну пусть открыла, жарко. Я понял, ты можешь, пожалуйста, вооружать. Так вот, я лично за то, чтобы взять вот этот вот автобус. И все, и дальше, в общем, просто вы живете и наслаждаетесь жизнью. Надо, у нас ролик называется «Закупка в Костко». Кто-то скажет, что вы и правильно сделаете, но те люди, которые уже вот до этого дошли, которые... У нас просто еще дети маловаты, поэтому мы пока что не можем... Вот, оставить видите? Всех и поехать. Да. Жарко? А таскать, вы понимаете, не вариант, потому что не школа и прочее. Вот если бы сейчас старший, когда там у Лёвы, например, был бы хай-скул уже, и когда он уже выпускается, а мы вдвоем остались, то... Можно, конечно, так кайфовать. Поэтому, глядя на это, мы можем сделать это лет через 18. Ну, либо с собой взять, как ну куда? Какие школы у них будут? Ну, сейчас онлайн-обучение многие, сейчас да. А многие на домашнем просто обучение. Ну, давайте так, нет. Я считаю, что у ребенка до 18 лет точно должен быть какой-то дом. Короче, поехали в Костко. У нас все-таки ролик Костко называется. Наверное, да, если сейчас не наболтаем опять что-нибудь. Ну? Ой, нет, Лавр, мы не берем твою Элсу.
забыла. Да, забыл, да. Достает эту твою голову Эльзы. Катюх, ты у нас модная, красивая, с сумочкой. Руки. Один не убрал, второй открывает. Катюш, покажи, сумочка какая у тебя красивая. На мне кукла. Матняшка прям. Кукла твоя в машине посидит. На мне кукла. Да, у тебя кукла. Это сумка. Это костка. Папа, это костка. Это костка. Да, костка. Мама, кто? Да, иду. Мы, как всегда, запарковались в самом конце, а там все забито. Птичка как низко. Как выросли. Недавно еще ходили по колено. Еще два стича было. Ага, еще два стича было, точно. У них были один... Да, да, да. У них были костюмчики стичи одинаковые. В первый год, когда мы приехали. Они как два близнеца ходили. Да, да. На входе вот такие вот орешки стоят. $14. Такая вот упаковка. Здесь микс всех подряд. Да, еду я. Ой, а вот смотрите, тоже микс. 14.49 уже. Тут с фисташками, кешью, миндаль. Так, где ты у меня? Иди сюда. А это нет. Какие? А, винные? Да, классные. А мне вот это вот нравится. Морозилка большая. Какая? Вот это. А, Вов, надо детей... Идите сюда. У нас сейчас тележку, кстати, заберут сразу. Заберут сразу, Вов. Пойдешь обратно. Давай ее с собой. Есть такая фишка, ее забирают сразу. Вот, смотрите, что мне нравится. Вот это да. Вот такую вот фиговину в гараж поставить вообще. Ну-ка, Катюх. О, смотри. Вов, кто о чем? Подожди минуту. Ух ты, как она легко открылась. Что, ты с ума сошла, что ли? Вов, как она легко открылась. Уймите эту женщину просто. О, ты что? Да-да-да, это я разорвусь. Это просто чума. Тихо-тихо, не надо. Ураган стайл. Точно. Закупочка, ураганная закупка. Смотрите, она реально... Руки. Она реально открывается, смотрите. Да, мизинчиком. Вот просто Лаврик, не трогай. Она просто присаживается, так она открывается просто. И закрывается так же. Очень легкая крышка. На доводчике. Не прижмет никого. Круто. Ну, вот это, ну, давай теперь все равно твои. Более полезно. Вот в такой вот коробке. А сколько стоит? Сколько стоит? 349. Вот такая вот фигня. Ну, здорово, конечно. Да, да. Это вот этот вот фрезер. Да. Какой вайн? Я вот про что спрашиваю. А, это забудь. Вайн, блин. Уймите. А, это... Дети, уймите ваши мать. Сейчас только что это через Катю. Он, видишь, не только меня это интересует. Да? Да. А, ну, классный, тоже классный. Пошли комменты. Круль, клево, круто, вау. Вот это. Зато мужчины поддержат меня. Сюда можно и пиво, да, и... я тоже поддерживаю. Мне тоже эта тема нравится очень. Но мне сначала вон тот нужен. Между прочим, я вам скажу так, что... Недавно в объявлениях увидел, что требуется долина Напа, по-моему, если не ошибаюсь, человек со знанием, как бы, и желающий переехать с семьей, со знаниями о вине, даже посредством там обучения курса, $10,000 в месяц платят. Ого. Но, да, понимаешь, пойдем. Я все их там и оставлю, прямо там, где буду дегустацию занимать. А ты о себе? Да. О, Господи, что это? Это образный урок. Колонки? Классно. Такая вот колоночка, коробочка. $329. О, с какой скидкой было 449? Какой 120? 329. Куда ты смотришь? Сейчас мне прилетят авторские. Осторожно. AirPods тут стоит $129-$130. Это старый, да? Угу. А новый дороже, да? Да. Мне Вова сколько дарил AirPods, у меня все время их дети забирают. То Лиза, то Маша. Ты ими не пользуешься, они лежат, они забирают. Ну да, я реально ими не пользуюсь, они лежат, у меня их схватит кто-нибудь, да заберет. Следующий его подарит, как у меня Лёва заберет, смотри, потом Катя, ищи, потом Лаврик. Кать не надо подряд. Еще. Кать, ну что вы тут нажимаете? Классная, да, клавиатурка? Мягкая такая. Так не надо это брать. Это под цвет. Да, Microsoft. Пойдемте. Пойдем, нельзя. Пошли. Боже, это же мой пылесос. Сколько? 239? Пойдем посмотрим пылесосы, а, Вов.
Наконец-то мы дойдем до пылесосов. Мне бы еще серые штанишки прикупить. Что-то нажал, что ли? Да не нажал, видишь? А, это 4 телевизора. Конечно, да. Кать, не надо трогать. Сейчас. Давай Фасаню в тележку. Только надо им сейчас домой что-нибудь постелить. Правильно, Катюш, правильно. Пойдем, пойдем. Вова, знаешь что? Кать, перестань. Вова, слушай, у нас девчонки просили насадки. У нас кончились насадки. Щетки есть. Они не эти. Нет, Вов, не эти. Так, вот на эту вот щетку. Вот такой у нас набор. $100 стоит. Мы его купили что-то вообще долларов за 70, что ли. Была какая-то распродажа. А вот они, Вов. Они? Нет. Нет, не они. Вот они, Вов. Вот эти. Так, они стоят $50 здесь. Вот такие. Сколько вот. Сколько они стоят? $50. $50? Да, Вова, они стоят почти как щетка. Да что, Вова? Вот весь прикол. Сюда. Сесть хочешь? Да. Отличная идея. Сейчас садитесь. Так, друзья, мы дошли до пылесосов же ведь все-таки. Смотрите, вот 300. Вот это что ли рекламировали? 300. Нет, не этот. 349 LG. С такой вот кнопочкой. LG. Zero. Так, вот такой я, честно говоря, не хочу. Вот небольшая такая коробочка. И сам пылесос классно выглядит. По-моему, кто-то из вас мне писал в комментариях про него. Что классный. Или не про него. Сейчас я открою. Я там наскринила себе ваши комментарии про пылесос. Какой пылесос хороший. Какой стоит брать, какой не стоит. Это я робот. Опять я робот. А вот этот Шарк. Так, ну Шарк, вы меня отговорили, друзья. От Шарка. Большинство были против этого Шарка. Я даже его смотреть тогда не буду. А что там с ним не так? Ну, в общем, как-то наши подписчики говорят, что не стоит его брать. Это что такое большое? Мне интересно, основания для этого какие? Слушай, а вот какой-то новый Браво Джет вышел. Угу. Это что, он катается? Атай-робот, это вот тот. Атай-робот, ага. Вот он, Атай-робот, вот он. Да, ну вот этот какой-то новый вышел. Угу. Что с ним, не знаю. Такое. Он углы, видимо, запихивается в угол. Видишь, он квадратный. Нет, он еще, видишь, шикает воду. А, он моющий. Да. Точно, он моющий. Ну, наверное, крутой, не знаю, конечно, надо почитать про него. Ну да, он моет, пылесосит, тряпки. Да, иду. О, класс. Так, Шарк, проходим мимо, понятно все. Так вот, с собачкой для пэтсов. Ну, для нашего пэтса. В принципе, такой не нужен. Не то, что пока, он вообще не нужен. Наш пэтс не линяет. Шарк опять. Еурека. Это здоровый тоже. Он проводной. Мощный, не мощный. Может, лучше взять нормальный проводной, чем этот беспроводной. Его, по крайней мере, хватит на всю квартиру пропылесосить. Все, что ли? А, где... Дяденька берет пылесос какой-то. Вов, а где я не... Да, вот, по-моему, мне вот про это писали. Слушай, вон дяденька взял какой-то пылесос. Я вот не знаю, может быть, лучше хороший проводной взять. Да их надо, по идее, два брать. Один вот такой, второй проводной. Чтобы для дома, да, когда ты большая уборка проводной, а когда маленькая, вот так вот убрать, вот такой. Их точно надо два, тем более на нашу площадь огромную. Да, куратал. У нас все в ковролине. Да, это просто капец. Ребят, вот смотрите. Ножи. Да фиг с ними, с ножами. Вот смотрите, как можно легко построить дом в Америке самому. Вот, смотрите. $1600, а дальше погнали. Пристроечки, да, знаете, да. Как и домик. Времена, да. Готов. Вот там сразу и свет. И а 39 это что? А? А, это лайт, ага. И вот раз. Прикольные вот эти штуки, да? Знаете, как обычно, как раньше строили? Построили первый дом, говорит, вот хватит. Ну, слушай, надо еще пристроить, и еще пристроить, и еще. Вот, смотри, да. Раз, два, три. Вот можно начать вот с такого. Загнали до 400 тысяч квадратов. Да, вот самокаты продаются. Электрический велосипед, электрический самокат. Классная штука тоже. Вот, кстати, когда был обзор по Dodge Durango, я вам скажу, что там многие обвиняли там какой-то ерунде, типа там, что чуть ли не наркотики и прочее. На самом деле мы пили вот такое каймос, вино.
Вот, $73 за бутылку. Мы выпили 3 бутылки вот такого вина на двоих, потому что водитель не пил. И это было фантастическое. Это вино просто, ребята, потратьте. Вкусно, $74, да? Доллара, да, оно того красное стоит. Это Каберне Совиньон наповали. Это просто вау, вот так вот. Я красное не люблю. Ну да, но... Вот, возьми мне беленькое. Вот мы как бы в силу того, что вот в этот вечер мы именно пили вот это вот вино. Набрались, в общем, вот именно этим вином. Да. Давай теперь беленькое мне возьми и пойдем наконец за просто овощами. Я не смог устоять и отказаться, а надо было делать обзор, поэтому каймус и обзор на дождь Дуранго. Посмотрите, кто еще не видел. Вот, но, не смотрите, не но смотрите. Не надо обвинять как бы зря людей, потому что на самом деле у нас было офигенное настроение. Благодаря вот этому замечательному, я бы сказал, напитку. Ну еще бы 3 бутылки на двоих. Любые, да. Любые 3 будет. Да, но оно такое забористое еще, вы знаете, у него прямо... Вов, ну понятно, все, давай за беленькими, давай за овощами, за фруктами. Вот я хотела вино сегодня вообще, я говорю, Вов, отпусти меня, говорю, одну. Я говорю, съезжу в Костко. Пусть меня пригласят на повали за $10,000. Ага, да-да. Беленькое мне возьми, пожалуйста, куда пошел? Я говорю, Вов, отпусти меня, пожалуйста. Я говорю, одна съезжу, ты, говорю, с детьми посиди. Я говорю, мне не нужны ни салоны красоты, ни массажи, ни студии маникюра. Это у нас у Лавруши день рождения, поэтому возьмем раз. Делай раз, как говорится. Так, да, делай раз. Я говорю, мне просто, говорю, нужно одной. Я тебе подарок. В Костко, за рулем, в машине, под музыку. И пошарохаться по рядам. Просто одной. Ну нет. Что? Сейчас постелим, сейчас постелим. Сейчас, подожди. Сейчас. Все, поехали. Пока у меня дети тут вялятся. Смотрите, как смотрю. Полотенечки. Да, Лавруш. Такие вот. $14.99. От KitchenAid полотенца. Сколько штук тут их? Сколько их тут штук-то? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Разных цветов. Есть вот такие за $13.99. Такой приятный цвет. Господи, органик. Хлопок нарисован. Так. Ну, тоже ничего, так симпатичненькие. Так, есть вот такой вот. Я такие не очень люблю. Всех цветов они есть. Вот $14.99. KitchenAid. Так, это не то уже. В общем, не знаю пока, какие взять. От KitchenAid может взять. Что? Что? А ты где ходил? Во фрукты, овощи вместе надо, без меня куда ты пошел? Я рыбу взял и Марину пока так приняла. Ну а может быть мы просто это перестанем развлечения развлекаться. Просто сейчас Лизе надо. Она из школы придет, надо машину отдавать на работу. Может быть мы поедем, займемся все-таки делом. Рано, а с каким делом? А мы что делаем? Мы закупкой занимаемся. Ты полотенечки хотел? Будем полотенечки? Да, просто давайте поедем в парк, будем развлекаться. Да, я хотел. Когда папа болеет, с ним одно удовольствие ходить. Вот как хорошо одной, правда же? Это к папе вопрос. Вы с папой надо, езжаете надо в парк. Белые нет. Вот такие, посмотри, KitchenAid. Нет, ты себе возьми на кухню, я все возьму в машину. Не, ну это для кухни, видишь, тут написано, KitchenAid, что... KitchenAid, нифига себе. Да, вот такие вот. Это, вот. Да. 14.99. Это к папе только вопросы. 8. Да, 8. Да, слышу. $13. Мне цвет не нравится. И фактура мне у них вообще не нравится. Штук, но уже можно сэкономить. Вон те мне зеленые доллара понравились, но они вообще не в тему. Да, я KitchenAid взял. А что ты не умеешь? Черные? Нет, какие черные? Бери в машину черные. Вот эти прикольные тоже цвет, да? Органик. Да, органик. Полотенечки органик. Есть вот такой вот приятный цвет. Нет такой. Можно, кстати, вот такие взять, наверное. Что-то я зачем мне красные вот, взяла, смотри, да? Вот смотри, какие вот. Так это они и есть, просто цвета другие. Вот. Ну ты светлый все берешь. Что? Давай одну бери, все. Я одну и выбираю, такую. Какую. Либо вот такую взять, так я машину либо быстрее вот выбираю. Давай, все. Ой, ладно, не надо. Абсолютно. Если бы мне ее продали, просто все, что я выбирал, покупали тут же. Не знаю, мне тут, честно говоря. Ну, он, да, он подходит, конечно, нам под кухню. Ну, давайте такой возьмем. Ты куда? Для машины, ладно, прям.
пока Вовик выбирает себе там тряпочки. Я думаю, что это не очень интересно, поэтому я ушла. Так. Сердечко отсим. А вы тут не все едите. 36 банок. А, нет, хотя не все эти едят. Я хочу Гвена. Мама, Гвена. Ну, даже не знаю, не знаю. Там большие банки или... А, средние такие. Ну, сейчас давайте, если папа скажет, берем. Я еще сомневаюсь, что у нас это все может влезть в машину. $16. Ну, давай поставим, Чеддер. Не знаю, кто у нас чеддер ест. По-моему, у нас никто его не ест. Не могу вспомнить. Кто-то у нас его не ест. К тебе прям? Нет, Серёге. Так, друзья, я зашла за луком, но что-то он такой огромный. Просто гигантский какой-то лук. Помельче нету. 7,99. Слушайте, мне вообще столько не надо. Не, лучше в Walmart'е возьму. Тут совсем прям много. Тут еще больше. Нет, в Walmart пойдем возьмем. А вот такие вот помидорки. Очень вкусные, такие сладкие. Прям классные. Так, и крупные нужны еще. Так, яблоки. Мы возле яблок. Тут большой пакет. Гала, Гала. Что-то он какой-то небольшой для Костка пакет. С Микки Мауса. Так, 4,49. Так, возьмем 3 кукумбера. 3,99 за 3 вот таких вот. Они там каждый отдельно еще запакован. А куда мне складывать все с этими детьми? О, ничего себе. Да, это папа взял тряпочки. Дайте я вниз положу. Давайте. Ого, какие тяжелые. Ничего себе. Вот такие вот тряпки он взял. 52 штуки, 100%. А этот хлопок. Не, давай вниз, Кать. Так, мы в морозилке. Такой вот виноград. 7,99. Очень холодно. Вы же сами сюда попросились. Сами попросились, главное, сюда. Мама, пойдем сюда. Ну, пойдем. Окей. Ой, смотрите, какая миленькая. Даже непривычно как-то она тут, знаете, такая вся чернобыльская. Так, булки мои любимые. У нас один пакет есть, поэтому возьмем не два в этот раз, а один. $6. Много-много булок. Как? Давайте в Walmart'е ее возьмем. Ну, мне что-то она там не очень понравилась, эта клубника. Давайте в Walmart'е возьмем другую. Сегодня что-то она тут не очень. Как, мы же ее сейчас возьмем? Что-то расстроилась-то. Так, хочу взять фарш. Столько уже много течет. Любой, наверное. Так. Хорошо, хорошо. Так, ну вот такой вот возьмем кусок. 21,26 за все, а цена 3,39 за паунд. Паунд это почти полкилограмма, 450 грамм. А итого 21. А, тихо, мне пакет нужен. Так, фарш взяла, ребята, а я же забыла нормальные помидоры взять. Пошли обратно. Овощи, фрукты. Так, вот такие вот помидоры. Здесь они называются Рома. Сливовидные помидорки. Так, вот такую вот упаковочку. 4,69. Господи, да куда мне это все ставить? Так, и... Лаврик, хватит, а, напивать всякую фигню. Так, и вот такие 6,59. Такая вот коробка. Отличные помидорки. Что? Ничего. Что, что? Ничто. А, куда их ставить-то, блин? Я ж не только помидоры забыла, я еще и картошку забыла. Молодец, Лена. 6,49 за вот такой вот большой пакет. Вот такой большой мешок. Так, к фаршу мне нужен еще... Я взяла говяжий фарш, а мне нужно еще фарш индейки. Вот это вот мне очень нравится он. Здесь 4 вот таких сегмента. В принципе, мне хватит. Я напополам смешаю. Будет шикардос. Лук главное не забыть купить. Вот так вот. Так, дошли до курочки. Курочка, курочка. Так, 4,49. 5,49. Что это такое? Так, и вот такие вот ребрышки. Что это? Да, это ребро. 7,49.
Но мы возьмем, пожалуй, курочку. Есть поменьше курочка, есть побольше. Мы, наверное, возьмем вот такую вот среднюю. У нас кот помрет, когда почувствует вот этот запах. А, это горячая. Так, 4,49. Так, мне нужны креветки, но мне креветки нужны не готовые, а в заморозке. Это уже готовые. Там у них соус стоит, баночка, лимончик. Это уже прям готовые. Очень вкусные. Но мне нужны замороженные креветки. Посмотрите, как курочка продается. Это просто куриная грудка. Вот в таком вот пакете. Просто куриная грудка. Вот в таком вакуумном пакете. Классно. Мне, правда, столько не надо. Много. Вон там, видите, делают эти все салатики. Смотрите, какие салатики классные. Вот та же самая куриная грудка под соусом Альфредо с этим сыром, с зеленью. Видимо, все. Обалденный салат. Много, правда, его. Слишком. Вообще, салаты, конечно, здесь крутые. Вот это вот вообще как Цезарь, наверное, практически. Да, Цезарь есть. Соус, сыр, зелень и никакой курицы. А, ну курица отдельно. Да, каких тут только салатов нет, реально классные. Очень салат. Так, я же ищу креветки. У нас папа куда-то слинял. Дети поодевали мешки. У нас папа где-то разговаривает. А мне, честно говоря, очень тяжело ее катать на тележку. Смотрите, какая есть сальса. Органик манго сальса. Манговая сальса. Представляете? 5,99. Ну, естественно, обычная сальса. Так, кимчи. Вот думаю, брать, не брать. Мне здесь кимчи. Мне больше нравится кимчи из азиатского магазина все-таки. Это тоже вкусное. Но вот больше мне почему-то нравится вот из азиатского магазина. Что? Ну, блин. Господи. Надержи. Как мне надо молоко, но я не знаю, куда его положить. У меня уже, по-моему, вообще места нет. Так, мы в морозилке. Молоко 2,99. Дешевле, чем в Волмарте. Возьму 2. Куда его положу пока? Непонятно. Я взяла вот такую вот моцареллу. Такие вот 2 пакета. 12,49. Ну-ка, дети. Давай, Катюш, давай. Друзья, очень хочу хот-доги. Мы вообще любители хот-догов. Ну, такая большая упаковка. 11,99 она стоит. Есть еще вот такие. Но я не знаю, какие взять, честно. Мы здесь не брали еще ни разу. Катя, ты кричим, а? Так, нашелся папа. Взял сыр. Вов, слушай, я... Вов, слышишь меня? Вов, я вот такие вот сосиски взяла. Давай хот-доги понаделаем. Пошли тогда за булками сходим. За хот-дошными булками. Вов, покати, пожалуйста. Ты где был-то вообще? Я разговаривал, подумал. Ой, за 17, я взял за 18. А эти, вот эти 18 долларов? Да, 52. Тапки, тряпки, господи, тапки. Нет. Так, мы за булками теперь пошли. Это чистый хот-дог, они для всего. То есть, да, я видела. Их просто выкидываешь сейчас, что да и все. Ты в машину брал? Для машины и для кухни, для всего. Они просто очень хорошо стирают. Это такие машины мои, извините меня, как этот. Профессиональный автомойщик. Так, ладно, все, мы за булками будем делать хот-доги. А что еще в хот-доги надо? Пиклсы нам надо, да, тогда? Я их собиралась взять, честно говоря, в Walmart'е. Или здесь уже можно найти? А где сосиски? Сосиски? В смысле, где? Здесь, в Костку? Сегодня у Вовика роль. Как называется гном из Белоснежки? Грампи, да? Грампи, да. Грампи. Погнали, погнали. Ничего сейчас встал-то. Подожди, бабушка. Ну, бабушка стоит. Чипсы. Блин, проедь вперед просто. А, кстати, о чипсах. Вов, ты видел, какие мы чипсы взяли? Вот такие брать, да, или нет? Хорошие, да, берем? Ну, я думала, ты будешь сейчас это выделывать. Конечно. Ага. Не-не. Ну, какой мячик. По 20 долларов мячи. 20 долларов? А, да, 20 всего. Долларов. Всего? Это мало? Лен, может, такой дом купим? Это дом? 130 долларов, да. И никакой очереди смотреть к нему. Да, ну, крыша есть, чуть-чуть надо... Стены, ладно, бог с ним. Так, мы до булок дойдем. Немножко, подумаешь, немножко продует. Зато не намочит дождичком. Бенч такой хотел сказать взять. О, а что, прикольная бенч. А это же скамеечка. Смотрите, в чем прикол. Чемоданчик, ты идешь такой, то есть вы устроили пикник. Вот такой штуки. Ну, или живете там с конца до концов уже на пляже.
как бы... Я смотрю, таблетка подействовала. Да. И, короче, это... Видите, с чемоданчиками такие приперлись. Всех гостей рассадили, пожали, побухали, собрали с чемоданчиками обратно. Точно? А что? Гениально. Да. Гениально. А если вдруг вас... Вдруг стемнело, если вдруг ночь застала врасплох, то включили вот такой фонарик. В общем, все на этом ряду. Пойдем. Слушай, где так вкусно пахнет, а? Что? Подожди, стой, папа, стой, стой, папа. Не заколебали уже с этими пакетами. Так, я взяла там еще мясо, фарш. Вот а здесь. Вдруг вы решили пойти охотиться, то можно там вот так вот пойти. Это что? Это комбасет. Что такое комбасет? Комбо, ну, набор понятно, а что, разделывать тушу медведя, ну, что? Ну, тут все что угодно, все, что наловил, все разделал. Крокодил. Так, ладно, давай булки уже найдем. Смотри, какие очки за $29, Пума, и еще и в чехле лент. Тебе не нужны такие очки? А нет, такие нет. Они еще и полароид. Хотя мне вообще-то нужны очки, конечно, реально. Это Пума, слушай, прям настоящая Пума. Обратите внимание. Пума и всего $30. Не померить, не примерить. Но так, да? Как мы на тебе всегда экономим, то мы не будем покупать тебе очки. Киркланд тоже с чехольчиком. Мне бы померить их, но они же в упаковке. Ну, единственное, что очень нужная штука — два шлема. Смотрите, какой рюкзачок. О, прикольный какой. Для пацана $30. Что? Что это за игра? Лаврушь, ты вообще в своем уме?